श्रीचैतन्यप्रभुमन्दे बालयोपीजदनुग्रहः तरेन्नानमतग्राहं व्याप्तसिद्धान्तसागरं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालयोपीजदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राहं व्याप्तसिद्धान्तसागरं गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड इट इज क्वाइट नेचुरल दैट बॉन्डेड सोल कैन फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что обусловленная душа, она естественно, что находит недостатки у других, но не может видеть свои собственные. Вот единственное, что они могут, это находить эти недостатки в других, и это трагедия. И поэтому они не могут прогрессировать на пути бхаджана. Перед тем, как начать баджан, мы должны возвыситься до апракрита бхумики, то есть избавиться от влияния майи и возвыситься до того уровня, где майи нету. И вот находясь на том уровне, вы сможете видеть все в гармонии находящейся. И вот сейчас вы видите все, никакой гармонии нет, один беспорядок. Но если вы достигнете этого уровня, то увидите, что все находится в идеальной гармонии, не просто в гармонии, а в идеальной гармонии. Гармония — это слово материального мира, но идеальная гармония значит найти гармонию во всем. Куда бы вы ни смотрели, вы все увидите, находящееся в гармонии. No complaint against anybody can stand inside your heart. That's why you can remember yesterday I was going to speak the warning set by Srila Prabhupada. И вот вчера Махарадж говорил о предостережении, которое дал нам Шрила Прабхупад. That's why he was going to explain this point, because it is an indication. И вот это одно очень важное указание. И также мы должны помнить о состоянии обусловленных душ Прохлад Махарадж. Он плача перед Нарсимхадевом, говорит такие слова. Vahavo sapatna eva ghyapatim lulanti. It's the only thing. Prahlad Maharaj. Это уникальное. Прохлад Махарадж. Giving the example. Он дает пример. Prahlad Maharaj speaking. И вот Прохлад Махарадж говорит: о Прабху, я нахожусь в таком положении, и вот все мои органы чувств, они тянут меня в различные стороны. И куда же идти, что делать, как достичь успеха? И Шрила Прохлад Махарадж дает нам прекрасный урок. Прохлад Махарадж не обусловленная душа, но он вынужден говорить так, чтобы мы извлекли пользу из его слов. У нас нет этикета. Нету дисциплины, не можем вести себя должным образом. Даже вот в английской грамматике есть такое выражение. This kind of etiquette is there, and in English language, whenever you are going to any bad thing, and if you are caught, then you can speak first your name. When you are going to do very good seva, very nice seva, good seva, done something good,
and one team is also there. Then he can first pick their name after follow. Is the English? Вот в чем пословица такая, если несколько человек делает что-то хорошее, то если кого-то спросить, кто это сделал, то любой член этой команды или общества, которое это сделало, говорит, что я сделал вместе с ними. А если что-то плохое, какое-то сообщество, человек сделал, то они говорят, что себя последними упоминают, что вот они сделали, я с ними. А если что-то хорошее, то я и они с ними. То есть наоборот, получается последовательность имен своих. I am bound to speak that so long from childhood we are learning there is political mafia. И вот мы знаем, что есть политическая мафия, есть, и потом мы узнаем, что есть мафия в образовании, и впоследствии мы еще узнаем, что есть духовная мафия, которая действуют как какие-то очень плохие люди, и у которых нет никакого этикета, никаких принципов, просто хотят доказать, что они правы, несмотря ни на что, хотя их сиддханта полностью неправильный, их поведение неправильное и все остальное, но они этого не признают. Но мы хотим следовать Шриле Прабхупаде и следовать его примеру и его учению. Вся наша гурвага, они хотят следовать ему, и это есть мерило нашего баджана. Если мы хотим следовать Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны изучать учение Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Шрила Бхактисиддханта Такур говорит прекрасно. Прекрасным образом, но если мы слушаем, следуем Шрилу Бхактисиддханта Такур, то, может, мы его как-то... Есть малая вероятность того, что мы его неправильно поймем. Но если мы следуем Шриле Прабхупаде, может, мы гневаемся на его слова иногда, но будьте уверены, что это настоящее учение Шри Чайтанья Махапрабху. Это настоящее, идеальное учение Шри Чайтанья Махапрабху. Если вы хотите следовать Шри Чайтанья Махапрабху, то вы должны прийти в Гаудия-матху и следовать его настоящим представителям. И вот Махарадж приводил пример, один реформатор социальный. И вот во время этих социальных реформ в Индии, во время Видьясагара Раджи Раммакана, эти люди не преданные были, но мало того, что они не преданные были, они еще против Бхагавад-дхармы выступали. Но почему я говорю о них? Сейчас вы поймете. Этот пример относится к Сахаджи и к идеальному Бхакти. Teachings of Chaitanya Mahaprabhu going everywhere. There is a big, you know, shouting that Chaitanya Mahaprabhu is there. And in the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to know something about Gaudiya Vaishnava Dharma. Well, let me know. I'd like to know. И вот один человек хотел узнать о Гаудия Вайшнава Дхарме, об учении, о настоящем учении Шри Чайтанья Махапрабху. И вот он хотел узнать, это очень хорошее желание. Actual teachings of Chaitanya Mahaprabhu
И вот этот человек, по идее, должен пойти к человеку, который является настоящим последователем Шри Чайтанья Махапрабху, но собирался, но из-за своей неудачи он не дошел до него, и дошел до какого-то сахаджи, чтобы узнать о учении Шри Чайтанья Махапрабху. И вот этот сахаджи сказал ему полностью искаженное учение Шри Чайтанья Махапрабху. Его представление было очень скверное, что этот Раджа Махан ему стало противно, он начал плеваться, слыша это представление о учении Шри Чайтанья Махапрабху. И вот он ушел, не выслушал до конца и ушел. И вот такие глупые сахаджи, они представляют настолько скверно учение Шримана Махапрабху, что если вы будете слышать, то вам противно будет. Но и вот если вы хотите узнать настоящее учение Шри Чайтанья Махапрабху, то, несомненно, вы должны прийти к Шри Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами, никому иному. Только к Шри Прабхупаде Бхакти Сиддханте Сарасвати, чтобы узнать от него настоящее учение Шримана Махапрабху. Почему? Поскольку обусловленная душа своими органами чувств не может осознать многие вещи. Я уже говорил, Прохлад Махарадж, он говорил в этой шлоке, что Гран Аннатаха Чапалат Дрикка Чакарма Сакти Ваво Сапатнева Гьопати Мгананти Прохлад Махарадж. My eyes is attracted by. И вот Прохлад Махарадж говорит, что его глаза привлечены чем-то, уши чем-то другим, язык третьим. И все остальные органы чувств, они привлечены, влекутся к различным объектам. И я чувствую себя беспомощным. О Господь, куда же идти и что делать, если все наши органы чувств одновременно тянут нас в различные стороны? Но Радхарани говорит нечто полностью противоположное. Оно как бы похоже, но полностью противоположно. И вот Радхарани говорит: «О, Лалита, куда же мне идти? Когда я произношу Кришна, мои глаза, они недовольны. И в то же самое время мои уши хотят слушать о том, что Кришна говорит. Мой язык хочет произносить имя Кришны. Мои все органы чувств хотят обнять Кришну, и все органы чувств тянут в разные стороны меня, и о, Лалита, мое состояние очень плохо. И также Рупа Госвами Пад говорит, никто не может описать так. Это чувство Радхарани, прямое чувство. Рупа Госвами Пад говорит об этом. И какова же сила в этих двух слогах Кришна? Мой язык, он... Я хочу иметь тысячи, не тысячи, даже десятки миллионов языков, чтобы воспевать славу Кришны, чтобы воспевать Его имя. Я хочу получить бесчисленное число ушей, чтобы слушать славу имени Кришны и имя Кришны.
и какую огромную энергию имеет в себе это имя Кришны. Я получил дикшу достаточно давно, но до сегодняшнего момента я не нахожусь на том уровне, чтобы чувствовать великолепие Кришны, имени Кришны, Дамы Кришны, Гуны Кришны, спутников Кришны и всего остального. И вот в такой плачевной ситуации я нахожусь. Мы должны помнить. Вечно свежая. И вот смотрите, Радхарани, главная Ачарья, она говорит такие слова. Это чувство Радхарани и Прахлад Махарадж тоже говорит, но Прахлад Махарадж хочет дать нам, показать нам, в каком плачевном состоянии мы находимся в этом материальном мире. Мы не можем перестать смотреть на какие-то ужасные вещи. Аджамил, он очень прям... Как Аджамил, он был очень хорошим браманом, но он не смог сдержать себя от того, чтобы смотреть на эти скверные сцены. И вот он увидел это, этих совокупляющихся людей, и его ум осквернился. И даже одного слова достаточно, чтобы скинуть нас в океан Майя. Одно неправильное слово. Его достаточно. Или какого-то образа, какого-то сцены одной достаточно, чтобы мы упали в океан Майя. Не пытайтесь гордиться тем, что вы достаточно сильны. Майя, она также очень могущественна, и без милости гуру вайшнавов нельзя преодолеть эту майю. Все наши органы чувств, они тянут нас в различные стороны, и мы не можем их контролировать. А что же говорить о Кришна Баджане? В начале всего, те, кто обманывает вас, это одно. Но в начале всего мы должны прийти на этот уровень. И мы должны контролировать все наши органы чувств. И это очень важно. Главное в баджане, и основа этого, чтобы контролировать свой ум. Ум, он наивысший из всех органов чувств. Его также называют 11-м органом чувств. Есть 5 – кармендри и гьянендри. А ум, он повелевает всеми этими органами чувств. И если наш ум не будет с нами кооперироваться, тогда мы не сможем повторять харинам. Если наш ум не будет кооперироваться с нами, то служение мы не можем сделать. Если мы будем делать служение, не погружаясь в это служение, то толку не будет. И вот если мы слушаем с полным вниманием, то это одно. Если еще бывает, что мы слушаем, но не слышим, если наш ум, он отвлечен. И как же этот ум направить на служение, на безраздельное, беспримесное служение? И что это значит? Все наши органы чувств и ум, они полностью находятся в гармонии. И все наши органы чувств таким образом, если они находятся в гармонии и можно сделать так, чтобы они все были заняты в служении и буквально повторяли имя Кришны.
И вот можно вспомнить, что вчера я говорил о очень важном, поскольку много людей говорят неправильно, и кто-то спорит и прочее, но если мы возвысились до этого уровня, то мы не будем видеть никаких споров, споры и борьба, а не только на материальном уровне, а если на трансцендентном уровне этого нет, а если есть, то это борьба за идеалы. Завтра я буду говорить об этом, если вообще мы находим какую-то борьбу или споры между великими преданными, то этому нужно выразить почтение, поскольку они делают это ради Высшего. Об этом я могу завтра говорить, поскольку завтра день явления Гауранги Махапрабху. И если мы находим, что и как вчера, например, я говорил, была борьба за Амриту, когда этот океан пахтали, то нектар получился в результате пахтания этого океана, и его поместили в кувшин, но под влиянием Майи все полубоги, они хотели, захотели украсть этот нектар. И вот что же делать? Они вместе пахтали океан, но полубоги решили украсть и обмануть демонов. И среди полубогов даже, точнее, среди демонов, эти демоны тоже не зевали и украли этот кувшин с нектаром у них. И вот они начали опять бороться, спорить друг с другом, кто первый отведает этого нектара. И вот если есть что-то важное, то какие-то споры вокруг этого происходят, и взаимное понимание по милости Майи тоже может быть, вот как в случае с полубогами, демонами. Там Верховный Господь в форме Махини явился, и вот эти демоны увидели Махини, они возбудились в виде ее, вдохновились. И Майя-деви, она всегда нас обманывает, и мы отклоняемся от нашего пути. И вот Шрила Прабхупада однажды говорил, что если вы хотите обрести наивысшее благо, то вы должны прийти в Гаудиямадх. Почему он говорил так? Вы разве пристрастны? Так много всяких духовных организаций, почему вы не говорите более широко, зачем в Гаудиямадх именно приходить? И Шрила Прабхупада объясняет. И вот в Гаудиямадхе есть великое сокровище, которого нет нигде еще, только внутри Гаудиямадха. Только в Гаудиямадхе есть это великое сокровище, которое хранится в тайне. И что же это за сокровище? Это према, которую невозможно обрести. Брама, Шанка и остальные, они стремятся к ней, но не могут обрести ее. Иногда они обретают по милости, но это практически невозможно. Можно вспомнить, перед Санатаной Госвами Махапрабху, он привел такой пример. Это Кришна Према, великого сокровища.
И вот Санатана Сикше можно найти. Махапрабху дает такой совет. И вот Махапрабху говорит: о Санатан, беспомощный мальчик, он плакал, и вот Сарвагья спросил у него: чего ж ты плачешь? И вот этот мальчик ответил, что его отец умер, он был не дома, и отец, когда оставлял тело, он раздал наследство моим братьям, а мне ничего не осталось. И что мне делать? Как я могу жить дальше? И вот Сарвагья ответил, что перестань плакать. У тебя есть великое сокровище, оно скрыто. И где же оно скрыто, я могу рассказать. Пойдем. И вот он показал место в джунглях. Everywhere thrown in jungle forest, in research. Then, where that man? That Sarva Goswami here in this forest. There, this spot you have taken inside Mart. There's a great treasure. И вот Сарвагья показал ему, где в лесу, в каком конкретном месте это сокровище зарыто, и сказал, что не спеши, не. Не спеши за ним, поскольку если ты пойдешь через юг, то там большой питон, он тебя проглотит, а на север, если пойдешь, то там тоже проблема. Там эти дакши, якши, привидения. И через юг, если пойду, точнее, через запад, нет, на западе. Пчелы, которые могут своим ядом отравить тебя. Некоторые пчелы, особенно черные пчелы, очень ядовитые. Говорится, что укус трех или четырех пчел равен укусу змеи. Брахмагита, вот как раз об этих черных пчелах. И вот Махапрабху говорит: не беспокойтесь, и что же делать? И я говорю: слушай, на востоке ты должен копать с востока. И докопать до того места, где, чтобы никто не обнаружил тебя. И вот таков путь, который дал Махапрабху Санатане Госвами. И после этого вопрос возникает: кто такой Сарвагья? Санатана, ты знаешь, кто этот Сарвагья? Этот Сарвагья — это Садгуру. Кто имеет огромное сокровище? Кришна Дхон. Наши Гурварга, Наватам Тхакур и остальные, они пишут, те, кто Сахаджи, без какой-либо бабы, очень дешево. На Бенгали говорят с Дупойса Бав, такая двухкопеечная баба. Это баба, показанная вот тем человеком, стоит всего 2 копейки. И пример происходит вот с этого примера. Одного человека на работу взяли, и он... В общем, актера какого-то на... Hey, why you get up? You pay me only 25 paisa. How long I can show Baba? How long? It's finished, paisa. This is actually 2 paisa, Baba. В общем, какого-то актера на работу взяли, чтобы он изображал такое божественное экстатическое чувство, но ему заплатили, он какое-то время изображал, а потом жарко стало, перестал. И спросили, почему ты перестал. Он сказал: ну, вы платите всего 25 копеек, поэтому я перестал это все делать.
И вот такое называется такие двухкопичные бабы. И вот Дальче Махарадж говорил, что из Прартхана и Према Бхактичандрика эти две книги были только у Горки Шурдас Бабаджи Махараджа, но их достаточно, чтобы достичь сокровища Премы. Что такое Према и куда мы идем, куда стремимся? Наротам Тракур говорит. Вот этот киртан Нарутама Такура. Можете ли выпить его? Сколько, какое огромное чувство, какая бхава содержится там. И Нарутама Такура для преданных рупанук, он написал такой киртан для тех, кто плачет день и ночь ради Кришна Премы. Махапрабху говорит, сам Махапрабху говорит у Санатана перед Рупа Госвами. Я развил такую болезнь, что только хочу пить только воду. И, в общем, это какая-то болезнь, из-за которой хочется пить очень много воды. И вот Махапрабху говорит, что я могу И также мое сердце, оно хочет обрести Кришна Парама, но из-за моей дурной удачи даже капля Кришна Парама не приходит ко мне. А вы думаете, что Харибаджан очень дешев и Кришна Парама? Вы думаете, что это такие дешевые вещи? Но нет. Махапрабху, сам Махапрабху, он говорит так. И вот это суть Гауди Сиддханты. И вот смотрите, Махапрабху, он хотел показать сокровенную суть Кришна Премы. И вот Садгуру, он оставляет нам великое сокровище, великое наследство Кришна Према. Вот есть этот киртан, но можете ли вы почувствовать то, что описывается в этом киртане? Это молитва Гуру Вайшнавам, но мы стремимся в неправильном направлении, чтобы найти недостатки в Гуру Вайшнавах, в Гуру Варге. И вот на самом деле, если есть великая цель Кришна Према, необычная Кришна Према, Кришна Према, которую она самая сокровенная, это любовь Гопи Манджари Саки к Кришне. Какого и какое и это должно быть в тайне, чтобы никакие демоны не узнали об этом, иначе они будут неправильно это использовать как-то. Я могу показать вам сотни таких примеров. Кто-то приходит в Гауди-миссию, в Гауди-матх.
где божественное знание находится, я слышал от Гуру Махараджа, Гурупад Падма говорил об этом. О, мой сын, эти люди приходят ко мне, чтобы принять саньясу, я сидя на Вьясасане, ничего не говорю нового, ничего не придумывая, я говорю то, что услышал. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что эти люди приходят ко мне, чтобы получить от меня какие-то удобства, чтобы получить саньясу, но они не любят меня, чтобы потом пользоваться этой саньясой. Этот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж его не уважали в обществе, поскольку он очень беден был. Он был нишкинчан, и многие его глупые люди не уважали его, и как-то избегать старались. Но те общества вскоре они упали. Я не буду называть их имена. И вот мы видели, как Гурупад Падма, он отправил меня к какому-то Махараджу. Сейчас Махарадж это уже упал, в смысле пал, провозгласил свое падение. И вот Махарадж пошел, встретил с этим Махараджем, рассказал про Калну, все, он хотел оскорбить Гуру Махараджа, но как-то я вернулся и не хотел больше никогда видеть его, но потом выяснилось, что этот Махарадж пал вскоре. Конечно, и такие люди, которые оскорбляют вайшнавов, они падают очень быстро, сегодня или завтра, может это публично, может скрыто, но это происходит. И таким образом Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был тот же Шрила Пури Махарадж, он не ездил на Запад, не было учеников у него, но его никто не уважал. Но когда начали приходить ученики к нему и все остальное, я слышал от преданного, и вот он видел, он стоял рядом с дверью и видел, что Гуру Махарадж плакал и молился: «О Кришна, что же мне делать, куда идти?» Гурупад Падма не говорил: «О Кришна, дай мне денег, дай храмов, дай туда, сюда и все». Он никогда не говорил такого, он молился Господу, спрашивал, что же делать, куда ему идти. Из-за такой плачевной ситуации вокруг, и потом, в общем, вскоре он матха основал и все остальное, и потом те люди, которые оскорбляли его, они перестали оскорблять. И также наставление Шрилы Прабхупады в том, что мы не должны соревноваться ни с кем. Я не соревнуюсь ни с кем. Может, я говорю о том, что я услышал Шрилы Прабхупады и Бхактиван Такура, но у нас не должно быть настроения соревнования ни с кем, поскольку это очень плохо. Оно может доказать нам, что мы обусловленная душа. И вот попытка соревнования с кем-то всего лишь доказывает, что мы находимся в обусловленном состоянии, и поэтому мы не должны соревноваться ни с кем, но мы должны исполнить указания, данные Шри Чайтанья Махапрабху. И вот Шрила Прабхупад, он учит нас тому, что все преданные Гауди, наша сокровенная молитва лотосным стопам Нанда-Нандана Кришны, в том, и какова же наша молитва. Шрила Прабхупад говорит, все искренние, те, кто по-настоящему заинтересованы в совершении баджана, для них Шрила Прабхупад, он дает нам две молитвы. Мы всегда должны молиться, и
как обойти молитвы. И вот эти две молитвы Шрила Прабхупада говорит, мы должны думать, концентрироваться на них. Иногда Шрила Прабхупада приводит пример, что мы обусловлены души, мы можем ограничивать свою жизнь и характер всячески. И через это мы не можем увидеть ничего. Шрила Прабхупада приводит пример, что, возможно, мы видели в каком-то городе, если это упряжка с лошадьми, если видим эту упряжку с лошадьми, то видим, что у этих лошадей глаза закрыты с двух сторон, чтобы они не видели, что справа и слева происходит, а только прямо смотрели. И благодаря этому эти лошади едут прямо, они не смотрят по сторонам и не отвлекаются. И также мы должны стремиться к нашей цели и не отвлекаться на постороннее. И такой же вопрос был спрошен Юдхиштхире Махараджа, Мудруначари. О, Юдхиштхир, я спрашиваю тебя, прицелиться вот на какую-то цель. О, Юдхиштхир, что ты видишь? Он говорит, что вижу. Вот птицу вижу, деревья вижу, прочее вижу, и то и все вижу. И он сказал, что пошел вон отсюда. И вот потом ему попросили прицелиться и спросили, что он видит. Что то вижу, и все вижу, и его тоже отвергли. Потом Арджуну решили проверить и сказали: «О, Арджуна, прицелься вот на ту цель и скажи, что ты видишь». И Арджуна сказал, что что там видишь, птицу вижу, да, более точно только глаз птицы вижу и ничего иного. И он был успешен в этой проверке. И такой же пример я хочу вам привести. Почему? Чтобы мы могли совершать харибаджан и не отвлекались на лишнее. Какое-то общество критикует Гаудия-миссию, кто-то Гаудия-мат критикует, кто-то Санатан-дарму критикует, кто-то еще что-то. Но мы должны быть подобны львам. Это Махарадж приводит пример, если вы пили молоко от груди своей матери, то придите и стойте здесь. И вот некоторые люди, они как шакалы критикуют, только и говорят что-то из-за спины. Но Гурупадма говорил, что такие люди получают посвящение и дикшу, и саньясу от меня ради своих собственных удобств. Они не заинтересованы ни в служении, ни в отношениях со мной. Я могу показать пример, что какие-то люди получали дикшу или саньясу от Шрилы Прабхупады, но все равно они выступали против Шрилы Прабхупады. А зачем они, если считают Гаудия-миссию столь падшей и столь низкой, то зачем они получили дикшу и саньясу от этой Гаудия-миссии? Мой вопрос в этом. Не все могут, никто не может ответить. И Шрила Прабхупада говорит, не я говорю, а он говорит. И вот те, кто пришли в Гаудия-матх, чтобы неправильно использовать божественное знание, имеющееся здесь, чтобы какую-то свою организацию организовать на бенгали санскрите, бинагот называется, но другой пример я могу привести. Я вчера забыл привести этот
пример. Вот это бинагут, значит, какое-то полностью отдельное учение, не совпадающее с учением Шрилы Прабхупады. Но такие люди никогда не смогут достичь успеха. И вот в тот день Махарадж забыл привести пример, и сейчас он его приведет. И вот он говорил о Парвати Махарадже, о одном Швейцарии, который раньше с швейцаром работал, а потом встретился с Гаудия Матхом, предался лотосным стопам Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И вот когда Мадхав Госвами Махарадж хотел дать саньясу ему, то многие его ученики говорили, что Гуру Махарадж, не надо ему саньясу давать. Не надо ему саньясу давать, он необразованный, даже писать не умеет. Даже алфавита не знает, зачем саньясу ему. И Гурдев ничего не сказал, не ответил. И через какое-то время Гурдев Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж сказал, если я не дам саньясу Динабандху Прабу, то тогда Нитьянанда и Гауранга, они не простят меня. Если я не дам саньясу Динабандху Прабу, то Нитьянанда и Гаура, они не простят меня. Они были удивлены, что он говорит, да. Поскольку Гурдев может понять сердце ученика, сколько преданности, сколько любви у него есть к Гуру Варге. Никто не может обдурить Гурдева. Много людей приходят приходили к Гурдеву, и вот Гурдев там рассказывал, что они чувствовали на самом деле. И вот когда я служил Гурдеву, это служение дало мне огромную силу, и у меня не осталось никакой возможности как-то думать о Гурдеве, как о материальном человеке. И вот однажды ночью, когда Гурдев видел, что в другом здании какой-то брахмачари занимался какой-то ерундой, это же падший брахмачари был. И вот Бабджи Махарадж был, у него ночная смена была, он, и Гуру Севаком он был. И вот можно узнать что-то от собак, например, от собак можно узнать, как спать надо. Собаки очень хорошо глубоко спят, но если какой-то шум, они моментально просыпаются. И собаки также очень искренне и преданы своим хозяевам, что люди не могут делать. Собака довольно малым количеством пищи также, или большим, сколько дают, столько и тем этими довольствуются. И вот от собаки. Мы также можем узнать о том, что Атманиведан туа падекори, хайне парама сухи. These all songs you have to sing. I also am writing strongly. Как служить своему господину, вот как эти собаки так преданно служат своим хозяевам. И вот Махарадж в одной из книг он говорит о себе, что я собака Гуру Варги, поэтому делайте, что хотите, но если будете спорить с Гуру Варгой, то я буду оспаривать, как, гавкая, как собака на вас, вашу апасиданту. И вот таким образом. And that time, и вот в то время вот Махарадж возвращается к тому падшему
Брахмачари, вот Гуру Махарадж, он мог видеть внутри, что происходит внутри каждого сердца, и тогда я понял, что тот Гурудев, которого я обрел, насколько я удачлив, что обрел такого великого Гурудева в своей жизни, я не знаю, по какой великой удаче я обрел возможность служить лотосным стопам Гурудева. Ночью вот Махарадж помогал Гурудеву ходить в туалет, и даже ночью Гурудев он омывался после того, как сходил в туалет по маленькому, он до пояса омывался полностью, свое совершал чаман и просил побольше воды на него вылить. И вот я от Гурудева научился, как поддерживать чистоту. Он был всегда чист, но он показывал своим примером, что нужно делать. И вот потом я сажал его на кровати, вытирал его лотосные стопы с полотенцем. Я был очень удачлив, совершая это служение. И вот сейчас, вспоминая это, я вспоминаю это и получаю результат от этого служения. И Гурудев сказал мне, что я должен служить Баладеву, когда все ушли. И вот они что-то там украли с храма, все украли, там никого не было, все разбежались. Этот настоятель Матха оборвал Матхи, уехал. В общем, никого там не было, и вот Бабджи Махарадж один остался, и не было никого, кто поклонялся бы. И вот потом с Майпура пришло указание, чтобы я поклонялся Давджи Махараджу, и я сказал, что я не знаю, какие мантры я поклоняться, если Гурудев даст мантру, то буду поклоняться. И вот Гурудеву дали телефон, и он сказал, что я должен поклоняться Дауджи Махараджу, но я спросил, а как поклоняться, я мантры даже не знаю. Гурудев сказал, эти там мантры, не беспокойся, и ты вскоре обнаружишь, что обрел огромную силу благодаря поклонению этому Дауджи Махараджу. И вот я начал поклоняться Дауджи, как я поклонялся ему, как ребенок. Но я не думал, что он божество, я относился к нему как к живому. И вот это Дауджи, он был этому Дауджи Сида Махатма поклонялся в том храме, и мы потом получили этот храм. И тот Махапуруш, которому поклонялся, он видел, что он куда-то уходит с плугом. Дауджи — это необычное божество, он сам находится там. Я получил доказательства, несомненно, этому. И вот я был очень удачлив. И по милости Гурудева я никогда не думал материальным, никакой материальной концепции не было в моем уме о Гурудеве. И вот по милости Гурудева и Вайшнавов, они могут видеть все, что в нашем сердце. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто приходят принять харинам, дикшу и саньясу в Гаудиматхе, чтобы неправильно использовать божественное знание, то у них нет никакой связи и не могут иметь никакую связь с Гаудимиссией или Гаудиматхом. Они, конечно, могут говорить все, что хотят, но связи с Гаудиматхом у них нет. И вот сейчас я возвращаюсь ко вчерашней теме. И вот эти две молитвы должны быть в нашем сердце. Вот это Катаяния Махамаи, они могут вести нас. И вот Махарадж приводил пример, что лошади мы закрывают глаза справа и слева, чтобы они не отвлекались и не поворачивали куда не надо.
И вот еще хочу сказать что-то о Юктавайраге, поскольку завтра очень важная тема. О Кришна-преме завтра будем говорить. И вот тот путь, показанный Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны следовать в этом направлении. Вчера я говорил об одной слоке, чтобы описать сердце Шрилы Мадхавенды Пурипада. Мадхавенда Пурипад. Его сердце, вы знаете, что в его сердце, что было в сердце Мадхавенды Пурипада. И вот это шлока, об этой шлоке говорил Шрила Прабхупада. Это главный секрет бхаджана. Вдохновение Гауди Баджана. И Шрила Прабхупад говорил, это главное вдохновение, это суть Гауди Баджана в этой шлоке, в этих словах Радхарани, в словах Мадхавенды Пурипада. Вся сокровенная суть баджана, она там. И вот мы должны помнить это желание Мадхавенды Пурипада, его молитву. Мы должны чувствовать это чувство разлуки с Гуру Вайшнавами. Что говорить о критике? Мы не должны критиковать. Если у нас есть, если мы различаем Верховного Господа и Его преданных, то вы, несомненно, обречены на смерть. Конечно, весь мир может почитать вас, но какое дело это имеет, какое отношение это имеет к Кришне? И вот мы должны помнить об этой молитве, олицетворяющей Випралам Хабаву, и поэтому разлука с Вайшнавом, она очень болезненна, самая болезненная, что есть. И в то же самое время... И вот если один вайшнав ушел, и если мы из-за разлуки плачем как ребенок, то это очень хорошее чувство, поскольку это випраламха, чувство разлуки, оно может поддержать нас в Гауди Баджане. Но не, мы должны быть искренне. Как вот мусульмане, если кто-то умер, то они нанимают людей, чтобы они плакали по дороге, ну, на похоронах. И вот приходят такие наемные плакальщики, плачут, когда надо, а потом, когда все закончилось. Они, получив деньги, уже радуются. Но мы не хотим покупать какие-то поддельные чувства. Мы не хотим стать этими ложными, преданными, если мы не искренне, только отдельный случай. Я говорю о идеализме. И вот смотрите. Когда мы находим, что мы будем плакать о Гуру, о Вайшнавах и о Бхагаване, то это поддержит нас в нашем баджане, это даст нам вдохновение, это поможет нам войти на путь Рагануга Баджана. Основа Рагануга Баджана – это основа Рагануга Баджана – это чувство разлуки. Но это мы забываем, и поэтому некоторые люди крадут деньги у Гурудева. Кто-то там говорит, что он там 5 миллионов украл, и всего 10. И
и ничего плохого в этом не видят люди. И вот, но главное, Inexplicable. We cannot explain. It is beyond imagination, beyond human comprehension. We cannot do. That is called prema, bhava. Вот према, бхавана за пределами объяснения. Это нечто очень сокровенное. И почему Кришна плачет? Почему Кришна и Удава плачет? Мы должны понять их чувства. Я могу привести пример. И вот Мадхавинда Пурипад, он молится о том, что он не способен обрести Кришну, но какой-то бесполезный ученик, он говорит, что почему вы не помните, что вы Брахма, и зачем вы плачете? И вот этот, он разгневался на этого глупого ученика, выгнал его и сказал, что не хочет видеть его лица, отказался от него. И этот ученик посмел давать такой глупый совет Ишвар Пурипаду, точнее, Ишли этому своему Гурудеву. Но Ишвар Пурипад, он воспевал славу Кришны для Гурудева, он ухаживал за Гурудевом, стирал, убирал, кормил Гурудева, но у него не было никакой материальной концепции в его уме. Он у него была прокрита Чинмой Бава, и он благодаря этому достиг успеха в своем служении. Он был успешен, успешный севак, и также он стал успешным ачари. Как тот, кто не стал успешным слугой, тот никогда не сможет стать успешным ачари. Я могу привести тысячи примеров в этом обществе. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, Шри Чайтанья Махапрабху Гауранга совершал лилу принятия дикши от Ишвар Пурипада. Он выражал почтение Гурудеву. Шрила Прабхупад говорит, и поэтому, если вы то есть, потому что ты стал успешен в служении Мадхавинда Пурипаду. И вот этот Мадхавинда Пурипад был доволен служением этого ученика и давал все сокровище своего сердца ему. Он открыл сердце и даровал все сокровище этому Ишвару Пурипаде. И поэтому Ишвар Пурипад, он был полон премы. Он танцевал и воспевал имена Кришны. И поэтому Махапрабху, он захотел получить дикшу от него, чтобы показать процедуру дикши, чтобы выразить почтение. Махапрабху сказал, и вот он сказал, мой приход в Гаю успешен, поскольку я увидел твои лотосные стопы. Я увидел твои лотосные стопы, и это значит, что мое паломничество завенчалось успехом, и таким образом Махапрабху сказал так и Мадхавинда Пури. И вот смотрите, Ишвар Пурипад, он, смотрите, чего достиг Ишвар Пурипад и Рамачанда Пури, который не получил ни капли милости от своего Гурудева, он был очень горд своим знанием, и в итоге
он даже в самом Верховном Господе начал находить недостатки. Сначала он находил недостатки в преданных. И вот этот Рамачандра, он кормил преданных, а потом критиковал их за то, что они много едят, хотя сам им подкладывал, настаивал, чтобы они побольше съели, а потом критиковал за то, что они очень много едят. И вот этот Рамачандра Пури, он стал опасным демоном. Он даже приходил к Махапрабху и критиковал его, что ты саньяси так жаден. Otherwise, then Mahaprabhu become very, don't speak anything. Mahaprabhu swaying the dignity of Guru Varga. No speaking. After that, Mahaprabhu calling Govinda, oh Govinda, from today it is my rules. What prasadam you bring to me, you will have to bring. И вот он пришел к Махапрабху, сказал, что тут ты, видно, слишком много сладкого ешь, поскольку столько муравьев вокруг бегает. И Махапрабху потом сказал Говинде, чтобы он давал только четвертую часть от того, что он ест. Я спросил, почему, а Махапрабху сказал, что не будет отвечать, просто приносите четвертую часть того, что обычно приносите, а остальное раздайте кому-нибудь. И вот Говинда вынужден был приносить четверть этого просада, и то Махапрабху все не ел. Делил это между Говиндой и Харидас Такуром еще. И потом все преданные стали поститься, поскольку Махапрабху не ел. И вот они проклинали этого Рамачандра Пури, что пришел беспокоить наш баджан и критиковать Махапрабху. И вот они прокляли его, и Махапрабху знал об этом и спросил, зачем вы находите недостатки в Рамачандра Пури. Он правильно говорит, я саньяси, должен меньше есть. Это учение Шримана Махапрабху. Махапрабху даже не находит недостатки у Рамачандры Пури, но он Верховный Господь, он наказывает кого-то, кто критикует. И вот так он наказал Чота Харидаса также. И вот Мадхавинда Пури, он полон премы. Ему не нужен был ни прасад, ни еда, он был полон премы. И этот Мадхавинда Пури может показать нам гармоничный вайраги. Юкта вайраги, этот самый Мадхавинда Пури, который ничего не просил, никогда ни у кого ничего не просил, даже молока. И вот этот Мадхавинда Пури после своей парикрамы сидел на берегу Говиндакунды и повторял святые имена. Постился весь день. И тогда Кришна вынужден был прийти, сам Шри Кришна, с емкостью молока, горшком молока, и сказал, ты должен выпить это молоко. Откуда ты пришел? Я пастушок, живу тут в деревне. Какие-то матаджи брали воду с Говиндакунды и увидели, что ты сидишь тут, голодаешь, и они сказали мне, я принес молоко тебе.
я горшок потом заберу, ты выпей молоко пока. И вот смотрите, сам Шри Кришна, он... А, пришел к нему, и потом он дал ему служение, сказал ему: «Мадавинда, вставай, я пришел к тебе, но ты не узнал меня с молоком». Да, что это был ты, да, это я, но ты не узнал меня. И я тот самый Гопал. Я здесь в лесу Говардхана, ты должен пойти найти меня. Мы с Иваки убежали, поскольку мусульмане напали один. Спрятали это божество, которое установлено в Ваджанабхе, в том лесу, и поэтому что делать? Иди откопай, начни поклонение мне. И вот Мадхавендра Пурипад все это сделал, но что я хочу сказать? Я хочу сказать о Юкта Вайрагья. Смотрите, тот самый Мадхавендра Пурипад, который ничего не просил ни у кого. И этот Мадхавендра Пурипад служил Шринатхи Гопалу, построил храм, и у него было 10 тысяч коров. И все в Раджавасе они давали пожертвования для этого Шринатха. И у него так образовалось 10 тысяч коров, и этот Мадхавендра Пури, который они... хоть не был заинтересован ни в чем, но теперь он пошел за Чанданом для Гопала. И это зовется Юкта Вайрагья. Он не для себя это делал. Если это указание Верховного Господа Гурваги или Шрилы Прабхупады, то мы должны делать так, как они указали нам. Мы должны поддерживать такую гармоничную Вайрагью. Внутри нас может быть очень много отречений, но мы не должны выставлять это на показ, что мы великий саду. Автоматически имя слава нас, она, если мы будем полностью следовать нашей Гурваге, то слава нас автоматически распространится, и поэтому мы должны следовать Вайраги Мадхавендра Пурипада, и это зовется Юкта Вайраги, и это Юкта Вайраги, она дарует нам прему, и это наставление Кришны. Кришна говорит Удаве: «О Кришна, как я могу достичь успеха в бхакти? Я говорю тебе, что есть врата к успеху». Within 6 months, I am not taking any fruits. That time I am speaking. Where from I can get? Only the rice, you know, Madhupuri, only one sabji somehow. Nothing. Now Krishna sending. When I come past and started writing in God room, nothing. Not even a pot. И вот у Махараджа раньше, ну, когда он приехал в Майпур, у него ничего не было, даже кастрюли не было, где можно было рис готовить или еще что-то. Но он не гневался ни на кого, не беспокоился, он просто жил, совершал служение свое, писал книги, и все это... Даже полгода фруктов не ел, но Кришна потом послал все, что нужно. Кто-то то принес, кто-то другое что-то. И таким образом мы должны поддерживать нашу Юкта Вайрагью, иначе... И вот Кришна говорит, мы не должны гневаться, что мы, или что мы не можем то есть или все, и что это наше отречение как-то нарушает. Но смотрите, если мы оставляем то, что мы можем использовать в Кришна-севе, это ошибка, наша главная ошибка, то, что благоприятно для Кришна Сева, отрекаться от этого – это глупо. Кришна Сева, яха хай анукул,
Vishaya boliya taha tagi hai bhul, Prabhupada speaking. That the thing yesterday I told, na? Anukullasya sankalpa pratikulya vivarjanam. Same thing written by Rupa Goswami Pad. Anukullasya sankalpa pratikulya vivarjanam. Вот Рупа Госвами Пад, он Бхактирасамрита Синдху, эту шлоку написал. И Шрила Прабхупад, он также напоминает об этом, о, мои друзья. Я хочу напомнить вам о том, что Nirvanda Kishta Sammandi Yuktam Vairaga Muchyate. Prapanchikata Yavudhya Hari Sammandi Vastuna Mumukshu Veer Padityaga Vairagyam Palu Muchyate. Same thing Baba speaking. But I can use it Kishta Seva. Why you are going to throw? You don't know the application. You can pray. Отказываться от того, что мы можем занять в Кришна-севе. Однажды кто-то Горкишвадас Бабаджи Махараджи какую-то дорогую одежду подарил, но он сам не одевал эту одежду. Some taking all chadar and everything, give to it. Please, you are going to Vrindavan, I am not doing bhajan. I have no right in, so you can go to потом, somebody, you can be, and do with this pranam. И потом кто-то деньги какие-то дал Горкишвадас Бабаджи Махараджи, он завязал в одежду и отложил. И потом, когда кто-то собирался во Вриндаван, он сказал, чтобы вот это все, что ему надавали, чтобы он, этот преданный, передал каким-то саду во Вриндаване и пожертвование также. Он о себе сказал, что я не преданный, бхаджан не совершаю, мне это не нужно, и вот чтобы мне благо принести, отдайте это каким-нибудь саду во Вриндаване. Hara Hara Mahadev Sankar, showing, no? Sitting with wife here. But I have no renouncement, no way that И вот как Махадев, он сидел, говорил Харикатху, и на коленях у него жена сидела. Но он это делал так, чтобы показать, что он совершенно не отреченный. Но для него это можно, поскольку он шакти, то есть он не отличен от своей жены. Но для обычных людей это запрещено. А Читракету мимо пролетал и сказал, что некрасиво он себя ведет. Просто сделал такое замечание, что надо жену отсадить куда-то подальше. Но жена разгневалась и прокляла его. И дальше, когда он критиковал Махадева, но Махадев не обращал внимания на это, почему кто-то критикует кого-то только потому, что их сердце не достигло блаженства. Если ваше сердце полностью удовлетворено, то для вас невозможно стать гневным. Поскольку, и вот как Шрила Бхакти Прамодапури Госвами Махараджи или Шрила Мадхава Госвами Махараджи, они никогда не гневались, поскольку их сердце навсегда было в блаженстве, оно было наполнено блаженством, и поэтому никакой критики не могло возникнуть там. И только если у нас такая неудовлетворенность чем-то, то в этом случае только есть склонность к критике. И вот еще один пример. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в Матхуру, встретился с Сонурия Випрой, и вот этот Випра в Адикешев Мандире танцевал. Sanariya Vipra and Chaitanya Mahaprabhu, they discover each other. You are having И вот они обнаружили друг друга и сказали, что вы, вот, у вас есть связь с Мандавидной Пури. Он сказал, да, Пурипад был здесь, и дал мне харинам. Вы мой гуру Варга, нет, то, что вы сам выглядите как Кришна, вы танцевали перед Кришной, мы видим, что вы не отличны от Кришны, поэтому не поклоняйтесь мне. И Махапрабху сказал,
что Мадхавендра Пурипад, что он здесь сделал? Он пришел сюда, получил даршан этого Дикешева и пришел, был в моем доме и принял прасад. Я тоже могу принять прасад в твоем доме, нет того, что поскольку я Самурья Браман, если вы примете прасад в моем доме, все будут критиковать вас. Мы не столь возвышенные, чтобы вы принимали прасад в моем доме. И Махапрабху сказал, что я не буду ничего слушать. Если сам Мадхавендра Пури был в вашем доме и принимал прасад, то я тоже должен. Я тоже могу. И смотрите, каково учение Махапрабху каждую часть секунды. Он показывает нам, как мы должны действовать. И вот под руководством Гуру Вайшнава мы должны смотреть, что Махапрабху делает и когда. Поскольку каждую секунду его жизни он дает нам пример, как мы должны действовать. И вот Махапрабху был, он принял прасад в его доме, поскольку его Гурудев, Гурварга, сам Мадхавендра Пури, он принимал прасад в своем доме. Если кто-то будет критиковать, то это их дело, и это сиддханта, показанное Шри Чайтанья Махапрабху. Вы можете вспомнить, то, когда Джагадананда принес масло, чтобы охладить голову Шримана Махапрабху. И вот Джагадананда, он аюрведическое масло какое-то принес с Бенгала до Пурушоттама Дхамы и отдал эту бутылку с маслом Говинде и сказал, что перед тем, как Махапрабху будет омываться, вот наноси это масло ему на голову. И когда Махапрабху пришел, Говинда сказал Махапрабху, что вот принесли эти масло и просят наносить его вам на голову, и Махапрабху сказал, что я саньяси, для меня масло запрещено. И вот передай ему, что масло запрещено для саньяси. Пускай эти светильники на масле Джаганатху подносят. По-другому не могу употреблять этого. И вот Джагананда услышал это, и Говинда сказал, что Прабху так сказал, ну что, взял эту бутылку и разбил перед Махапрабху. Махапрабху сказал, что ж ты делаешь? Ты принес масло с Бенгала столь издалека. Джагананда сказал, кто вообще сказал, что я масло принес? И вот он пошел, закрылся и постился несколько дней и не выходил из комнаты. Махапрабху ждал его. И вот и путь любви, он зигзагообразный, когда вот наш возлюбленный говорит, чтобы мы ушли прочь, это значит, чтобы мы подошли поближе. И вот этот мир любви очень тонок, очень изыскан. И вот Джагадананда три дня постился, и Махапрабху, он подошел к комнате, где он был, у Джагадананда, открывай. И Джагадананда не открывал, сказал, что не гневайся на меня, я сейчас иду принимать омовение и приму прасад с твоих рук. И вот этот Джагадананда сразу выскочил из комнаты и начал готовить прасад для Махапрабху. И вот Махапрабху, когда пришел, он спросил, все ли готово, он сказал, да, все готово. И после этого Махапрабху начал есть и хвалить, и сказал, о, Джагадананда, если ты гневаешься, твой просад, твоя готовка столь ли прекрасна. И вот Джагадананда начал смеяться, и весь гнев его прошел, и это лила Махапрабху. И это зовется Према-сева. В Према-севе, когда преданный гневается, значит, он очень хочет служить вам, и поэтому он гневается из-за того, что вы не даете возможности ему служить, поэтому он гневается.
in Calcutta zone. And this Maharaj cannot come in Mayapur to speak Harikatha here. This Maharaj is not allowed in Bangalore. This Maharaj is not allowed in Bombay. These bonded souls. Но есть какие-то обусловленные души, они запрещают делать что-то другим, как, например, какого-то саньяси в Калькутту не пускают, какого-то в Бангало, какого-то в Мумбай, кого-то еще куда-то. То есть все так разделено, и никто не имеет права заходить на чужую территорию. И но это неправильно. И вот путь любви, он зигзагообразный. The way of love is zigzag. The way of love is zigzag. Ahe rigo premna gatihi savava kutino bhavet. Who writing? Кто написал это? Рупа Госвами Бхатта. Ahe rigo ahe. Ahe mean? Like snack. Ahe значит подобно змеи. Змея, она не прямо ползет, а зигзагообразная рупа Госвами Пада. Пример такой приводит. Говинда, он совершает прамасеву, он подобен второй Шачимати. Он, и когда Махапрабху, он совершал санкиртан и принимал прасад, то после того, как пришел сюда, он явил усталость и пошел в Гамхиру, сел на этот пол. И лег там, чтобы поспать, и потом Говинда пришел. И вот пошел он в Гамхиру, и Махапрабху пошел в свою комнату, и там лег и почти уснул. И Говинда пришел и сказал: «О, Прабху, дайте пройти, чтобы я прошел. У меня служение, чтобы вашим стопам». И Махапрабху сказал, что я очень устал сегодня, не могу подвинуться, ты можешь зайти или не зайти, от тебя зависит. Я устал, не могу пройти, не могу подвинуться. И вот что же оставалось делать Говинде. Говинда взял свою одежду, накрыл Махапрабху и переступил через него, что практически невозможно. Мы не имеем права переступать тень Гурудева, Гуру Вайшнава в Туласе храма, но Говинда самого Верховного Господа переступил. И вот после этого он массировал ноги Махапрабху. И после этого массаж, когда он закончил свой, он... И Махапрабху спросил: «О, Говинда, чего ж ты не идешь принять прасад? А как я могу пойти? Вы на дороге лежите, а как я? Вот ты зашел сюда, вот так я выходи. Ты столько времени прошло, ты еще не ел. О, Господь, что же делать? Вы тут спите, я не могу переступить через вас, а как ты зашел? Вот так и выходи, нет, это называется прама-сева, и сейчас я выхожу для себя, а когда я приходил, я пришел, чтобы служить вам». И Говинда говорит: «О, Прабху, у меня, я должен совершать служение, если я ради служения нарушу какое-то правило или предписание, я готов отправиться в ад». Говинда сказал так, и Махапрабху был очень доволен им слышать это. «Поскольку ради служения я пришел к вам, и сейчас вы отправляете меня принять прасад, это уже для меня, смотрите на настроение Говинды. Когда Рамананда и Сварупа Дамодара, они оба
утешали Махапрабху, но они не могли иногда утешить Махапрабху. Он слушал славу Кришны, Радхарани и их лилы. И ночью до полуночи они сидели, и Говинда гневался на них, что вы рассказываете Махапрабху, что он постоянно плачет. Может, вы что-то хорошее расскажете, чтобы он смеялся. И вот, видят эту простоту Говинды, Рай Рамананды, Сауб Гасай, они засмеялись. И вот он говорит, что уже полночь, я еще Махапрабху не кормил, поэтому давайте уходите. И вот Махапрабху, они сказали Махапрабху, что Говинда гневается, нам уже пора уходить, мы завтра утром придем. И Махапрабху начал плакать. Что значит отдых? Когда вы говорите Харикатху, совершаете киртан, это для меня настоящий отдых. А когда вы уходите, то Говинда или Шанкар, они не могут контролировать меня. Я иногда прыгаю сюда или туда и веду себя как сумасшедший. Я не могу понять, что случилось со мной. Когда вы говорите Харикатху, я очень счастлив, а когда вы уходите и просите меня отдохнуть, но смотрите, ваша Харикатха — это настоящий отдых для меня. И вот они пришли утром, чтобы узнать, что случилось с сердцем их Господа. И вот Говинда немного отдохнул, и начали кричать: «Говинда, вставай, что случилось, где наш Господь?» Мы поверили тебе, ответственность у тебя охранять Господа, а ты сейчас спишь, и Говинда, и вот. И вот Говинда сказал, что вынужден спать, но сейчас опасности нет. Махапрабху, он сказал мне, что пошел принять омовение в Самудре, в океане, поэтому не беспокойтесь. Но Махашо и Дамодар сказали, что ты безответственен, тебе дали ответственность смотреть за Махапрабху, а ты ушел куда-то. Но, что он ушел куда-то? А Говинда сказал, что да, я тут занимаюсь удовлетворением чувств своих, сплю. И он не разгневался на их критику. А если вы критикуете кого-то и гневаетесь, то это доказательство того, что вы не обретаете нектара. А если вы обретете этот нектар, то вы не сможете критиковать кого-либо. Йогта Вайраги, она может вознести вас, вознести нас на высоту баджана. Мы должны иметь любовь к лотосным стопам Гуру Варги. Это моя просьба вам всем. Идите, прикоснитесь к стопам Гуру Варги. Многие из наших Гуру Варги, они ушли уже из этого мира. Даже те, кто совершили какую-то ошибку, они дали нам пример, что мы не должны делать. И многие из Гуру Варги, они дали нам такой пример, что не надо делать. Но я должен говорить об этом, чтобы предостеречь вас. Поскольку если этого не делать, то неправильная сиддханта, она осквернит этот мир. Если кто-то обретет бхакти от вас, это будет лучшим доказательством, что у вас есть эта бхакти. А если нет, то это значит, что у вас нет бхакти, и вы не можете вести людей для обретения бхакти. И путь прямо очень запутан. And how you can understand all this Siddhanta very automatically?
И как понять эту сиддханту автоматически по милости Гуруварги, если вы находимся в настоящей настанической преемственности. И вот пример я могу привести, если вы даже не образованы, вы можете обрести сиддханта гьян, вам не нужно изучать шастры, вы обретете суть всех шастр. И то же самое случилось с Кришнадаской Вираджа Госвами, говорит об этом. You speak? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что есть, как понять качество вайшнавов. У вайшнава бесчисленные качества, но главное саралата – это простота сердца, дирата – его терпимость, терпение и нейтральность, нейропекхата. Они не говорят, что это мой ученик там или еще что-то. Кто-то ошибку свою решил, то... То есть, как говорят, если какой-то ученик ошибку совершил, то это не мой ученик, а если не совершил, то мой. Это доказывает, что у них нет беспристрастности и нейтралитета. Еще. Мы должны снаружи вести себя так, как то, что есть в нашем сердце. А если не соответствует, то это лицемерием зовется. И вот те, кто слушает Харикатху, Майя-деви хочет вас куда-то отвести, чтобы не дать вам возможность слушать Харикатху. И так моя на людей постоянно отвлекает. Но после моей смерти все будут слушать. Я предсказываю это. И поэтому перед ограниченным числом людей я говорю говорить, а после перед какими-то глупыми людьми я не хочу говорить.